Исходя из поручения президента Республики Абхазия, оно поступило в новом 2021 уже году, в начале года прямо. И исходя из сложившейся обстановки, эпидемиологической сложной, вот министром было принято решение обратиться к министру обороны Российской Федерации, генералу армии Шойгу Сергею Кужугетовичу, с просьбой продлить пребывание мобильного госпиталя на территории Республики Абхазия, так как его пребывание должно было завершиться 18 января. Также сегодня в 16 часов 20 минут состоялся телефонный разговор министра обороны Республики Абхазия с министром обороны Российской Федерации. Обсуждались вопросы различного направления двух оборонных ведомств, взаимодействия двух ведомств. И также обсуждался вопрос о продлении пребывания мобильного госпиталя на территории Республики Абхазия. Как заверил министр обороны Российской Федерации, госпиталь пока будет находиться на территории Республики Абхазия. Сроки не обговаривались.